Ребят, всем привет! Сегодня хочу записать коротенькое видео, как я закрыл только что, буквально 10 минут назад, свой счет в Millennium, банке Millennium. Вернее, как оставил заявку. В связи с коронавирусом в данный момент я уже больше как бы не еду в Польшу, и появилась необходимость закрыть свой банковский счет, потому что у меня там на счету осталось 15 злотых. Остальные деньги, которые там были, я перевел через TransferGo. Вот эта программка TransferGo. Ярлычок Millennium и TransferGo у меня вот рядом находятся в телефоне. Перевел деньги с счета в банке Millennium на приват карточку через TransferGo. И я решил закрыть свой счет. Ну, столкнулся с такой проблемой, что вот через сайт, если через ноутбук, с ноутбука, да, заходить на сайт, то я не могу там залогиниться, потому что я знаю свой шестизначный код, Mille код так называемый, а вот код Hasło 1, Гасло 1, то есть я не знаю этого кода, он должен был приходить мне на телефон, когда я регистрировал свою карточку, но это было 2 года назад, эта смс где-то затерялась, удалилась непонятно где, в общем, я ее не нашел, долго искал, но не нашел, и залогиниться я не смог. Таким образом, ну у меня как бы, еще и к тому же вот мой Orange, вот эта иконка, карточка, то есть уже все, она уже умерла, то есть период истек, она уже не активна, в роуминге она не работает, абсолютно не определяется, я думаю, в Польше она тоже не работает уже, вот, и то есть даже этого номера, на который это все залогинено, то есть уже не существует по факту. И таким образом у меня осталось только приложение, мобильное приложение Millennium. В общем, благо оно у меня работает. Логинюсь я здесь через отпечаток пальца. Вот, либо здесь четырехзначный пин-код ввожу на старте приложения. И, значит, я тут написал, у меня приложение на английском языке, но можно на польский поставить. То есть у меня просто это, когда я только заехал в Польшу 3 года назад, мне было проще на английском. Вот, и так оно у меня осталось на английском. И здесь я решил, думаю, через чат сначала закрыть. Здесь такая есть фишка. Вот здесь контакт нажимаю. И здесь есть start chat. Я сюда написал, здесь просто чувак мне ответил, в общем, что... В общем, я вам сейчас покажу этот скрин. Вот этот скрин. Я ему написал, что хочу поменять свое Gaslo 1. Вот, Gaslo 1. Hello, бла-бла-бла. Don't remember Gaslo. Не помню Gaslo. Can you inform me how to change? Можешь поинформировать меня, как типа изменить? Он мне пишет: You can restore it in the mobile application in the tab contact, contact directly with consultant. Короче, говорит, что в приложении можешь непосредственно с консультантом это все сделать. Ну, я такой подумал, в общем, раз такие дела, то зачем мне его менять, этот Hasło 1? Я сразу непосредственно с этим консультантом и, ну, закрою свой счет. Таким образом, вот здесь опять на контакт нажал, да, и здесь вон что, call consultant directly, то есть позвонить консультанту напрямую 24/7, круглые сутки работает. Вот. Таким образом, если у меня приложение на английском языке, то звонило оно англоязычному консультанту. Если у вас будет на польском языке, то будет польскоговорящему звонить консультанту. Ну, в принципе, там девочки сидят, то есть они полячки, скорее всего, и она понимает и по-английски, и по-польски. Я думаю, в принципе, ну, возможно, там есть какие-то русскоязычные, и наверняка они есть там, и можно попросить эту девочку или там парня, кто там будет, в общем, попросить там переключить язык, когда вы уже будете непосредственно разговаривать с ними. Только продумайте по-польски, чтобы, ну, сказать это
либо по-польски там чи єсть можливість змінити язик на російський або український, либо же по-англійськи can I change language to Russian or Ukrainian. Ну, как-то так. Что-то вроде этого нужно сказать. Вот. И она, ну, думаю, в принципе, переключит. Ну, я не уверен точно. Я с ней общался на английском языке. То есть для меня это, ну, не есть проблема. Она, ну, слышно, да, она полячка, у нее такой акцент, такой, ну, видно, что это не какая-то там за границей наняли ее на работу, просто полячка. Вот, она понимает и по-польски, вы можете с ней по-польски общаться, да, там, если по-английски, можете по-польски общаться, не вопрос. Вот, она понимает, потому что я сразу общался с ней по-английски, а потом под конец, там уже, когда уже все утрясли, то есть решили с ней, значит, я перешел там на польский, там, сказал ей, там, дзинкуе барзу, туда-сюда, там, в общем, она поняла, то есть она ответила мне по-польски, то есть она полячка, походу. И вот в чем смысл вот этого call consultant directly, то есть оно звонит, то есть вы уже авторизировались здесь в приложении. То есть уже не надо никаких паролей, там эти мили-коды, хасло, не хасло. То есть, потому что если вы будете звонить на сайте на горячку, там я звонил на сайте на горячку, там находил в интернете русскоязычный телефон, типа туда-сюда, и там просит ввести вот эти мили-коды, гасло, вот эти всякие. То есть, ну, у меня ничего не получилось, потому что у меня гасло один нету. Понимаете, то есть в чем дело? Я не могу войти. Абсолютно, то есть листал эти смски, не нашел. А здесь уже заходит оно, ну, непосредственно вы уже авторизированы в системе, то есть уже банк знает, что это вы их не клиент, то есть у него высвечивает, что вы с приложухи заходите, да, вот. И таким образом она сразу верит, что это вы, то есть и сразу уже ведет с вами разговор. Там как, она, ну, поздоровались, поприветствовали, я думал записать разговор, но как-то, блин, забыл. Вот, ну там особо, блин, разговор занял там 3 минуты, короче, от силы. Мы поприветствовали друг друга, говорю, что я хочу закрыть свой счет, говорю, I want to close my bank account, а она типа, what is the reason, какая причина этого. Я говорю, что I'm living in Ukraine and I will not come back to Poland to my job, да, на работу не вернусь больше в Польшу. Я живу в Украине, не вернусь больше. И она говорит, а ну так хорошо-то, все понятно, не вопрос. Она говорит, вам нужны какие-то там деньги, которые у вас там, ну, мол, типа, у вас там 15 злотых туда-сюда. Вот. Я говорю, да не, мне типа 15 злотых, мне эти не нужны. В общем, они, в общем, остаются, как я так понял, ну, на обслуживание счета. Потому что она говорит, что все хорошо, типа заявка оставлена, и долгов у меня там никаких нет по этой карточке. И, значит, эти 15 злотых, потому что через месяц только закроется счет. То есть это я подал заявку на закрытие счета. Ну, я надеюсь, он закроется, в принципе. Вот, и эти 15 злотых как бы остались на обслуживание счета. Ну, в принципе, я читал там в интернете, что если там какие-то деньги у вас там остались, то вы в течение 10 лет можете забрать, если вернетесь в Польшу, там в банке Millennium, где-то там в отделении забрать эти деньги. Но это не, ну, не суть важно, там эти копейки-то, которые там остались. Тут самая главная проблема закрыть счет, чтобы не уходил баланс в минус, потому что они снимают, я так понял, у меня по 15 злотых. То есть каждый месяц они снимают у меня за обслуживание счета, потому что на счет не капает 1000 злотых в месяц. То есть зарплату я уже не получаю, да, и все, вот такие проблемы. Вот как-то так. И все, вот это весь разговор. Я говорю, this is the end, я говорю, это конец уже. Она говорит, да, это все, это конец, типа, спасибо, до свидания. Вот и весь разговор. То есть никаких там вопросов там дополнительных, проверочных, что-то там она не задавала. То есть все было элементарно, понятно. В общем, еще раз, вот, значит, call consultant directly, то есть 24/7, звоните консультанту непосредственно. Можете
поменять здесь язык по-польски. Я не знаю, как тут, короче, сейчас по-польски. Поменяю язык, посмотрим, как это выглядит по-польски. Так, settings, настройки. App settings. Так, language, вот, меняю на польский. На польский язык. И что у меня здесь? Контакт. Тоже контакт. Так, вот. Полонч безпосередньо з консультантом. Типа, соединиться непосредственно с консультантом. И я думаю, если вы нажмете, оно позвонит. Ну, там телефон спросит разрешение, там, ну, типа, да-да-да. В общем, что да, звонить, там выберите карточку, с какой звонить. Вот, у меня на Vodafone Украина 30 минут есть в тарифе звонки в Польшу бесплатно в месяц. И вот я этими 30 минутами. Ну, я же говорю, там разговор занял, может 3-4 минуты, ну, не больше. Вот, как-то так. Если видео мое помогло, я буду очень вам признателен, если вы поставите видео лайк и подпишитесь на мой канал. Все, спасибо, до новых встреч.